and 7, I feel good because I think it's good to play tomorrow. I'm number 3, so I guess maybe the first one for the horns. It's a good point for me. I'm happy to play, not to wait 4 days to play, because I want to make some nice music actually, and I'm sure I will do it. I'm very happy about my number. I have time to study a little bit. У меня 10 номер, и я очень довольна результатом жеребьевки, потому что я могу отыграть в первый день и готовиться ко второму туру, отдыхать, заниматься и просто получать удовольствие от города замечательного. Да, у меня 26 номер, доволен, в принципе. Ну, на самом деле, просто туры начинаются не с утра, а где-то в час, по-моему, и все, что нужно. С утра, если было бы, конечно, да, тогда можно было поволноваться, какой номер, чтобы рано не вставать. Нет каких-то волшебных чисел, с помощью которых я сыграю лучше, чем мог бы сыграть. Я думаю, все-таки в начальных рядах играть лучше, потому что есть возможность потом подготовиться ко второму туру. Занимаешься, и потом, неважно, какой будет результат, все равно это такой скачок в росте, и уже после конкурса ты выходишь совершенно другого уровня музыкантом. В прошлый раз было забавнее, потому что я готовился в пасхальном поезде, в перерывах между концертами, и в вагоне, когда ты трясешься, ну, не слишком удобно учить, но нормально, пойдет. А в этот раз все-таки поспокойнее, между спектаклями. Что-то сыграл Иоланту, поучил Вайнберга, сыграл Риголетто, выучил Гайдна. Ну. I'm so grateful to be here. I want to play the best for me. Добро пожаловать на 17-й международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского по специальности деревянные духовые инструменты. Мы начинаем процедуру жеребьевки. Номер 1. Today we are here in the Rapino Hall. I got the number 9. 33, 16. The last in the first day. Мне посчастливилось первой тянуть номер, и я буду завершать отборочное испытание первого тура. Так получилось, что у меня завтра день рождения, и завтра я, собственно, играю под 8 номером. Да, и так что я даже, в принципе, и хотел сыграть завтра, чтобы в первый день. Жеребьевка оправдала ожидания, я очень доволен. Прекрасный номер. We are gonna play the first day, and I think it would be around 6 p.m. So it's great for me, because most of my family and friends are in Costa Rica. So for the time zone, it's great. They can probably see me in the morning. So I'm very happy. It's my first time to check off the competition, and so many young people together here. It will be the unforgettable memories in my life.